На нахуй. Ебаный. Ну куда ты лезешь? Куда ты, блядь, идешь, нервы? Вася, здравствуйте, Вася кабан, он дорогой, Вася. Ну и чё? Чё? Вопросы? Че? Вопросы? Тебе жить надоело? Тебе жить надоело? А. Да иди спать. Я тебя сейчас застрелю, блядь. Оружия нету. Ты уверен? А ну давай, выйди, покажи. Еще б я выходил, показывал. Бля, капот. Ну вот смотри, смотри, стой, остановись. Что, что, что? Тебе проблемы нужны? О, о, ой, пистолетик купил, а у меня АК-47 в багажнике лежит вместе с трупом. Ну достань, я посмотрю, полюбуюсь. Нельзя, нельзя палить, ты чё? Тут мусора везде в кустах сидят. Ладно, хороший мужик ты. Ладно, давай удачи тебе. Давай, брат. Хороший мужик ты. Ой. Главное с позитивом. Главное... Блять, капот отлетел. Охуенный позитив. А перед началом ролика, друг, проверь, подписан ли ты на канал, включен ли у тебя колокольчик на все уведомления. Потому что очень большое количество людей смотрит меня, к сожалению, без подписки. Давайте же исправим это и поможем продвинуть наш канал. Также, друзья, не забывайте, что у нас есть своя группа ВКонтакте, в которой вы можете найти всю полезную вам информацию. И да, на Твиче у меня тоже есть канал, и все желающие могут на него подписаться, потому что там периодически тоже бывают стримы. После этих действий хочу сказать тебе огромное спасибо и пожелать приятного просмотра. Всем здорово, друзья, и с вами, как обычно, Саня Игра. Добро пожаловать на данный видеоролик. Прожимайте лайки, подписывайтесь на канал и дергайте за бубенцы колокольчика. Сегодня будет топовая серия. Мы будем сегодня играть на сервере GTA Next RP. Сервер у вас точно. Ля, а почему у него зеленые номера? Прикольно. Это, наверное, подсветка для тех, у кого... премиум аккаунт. Я не шарю, я не знаю. Если что, черканите об этом в комментарии, чтобы я на будущее знал. В общем, друзья, после того, как мы посетили больницу, мне не оказали должной помощи, и мне до сих пор херовастненько. Но это меня не расстраивает, потому что вы, мои зрители, всегда пишете, подбадриваете меня в комментариях. И, кстати, самые лучшие комментарии вы можете видеть сейчас у себя на экранах. Спасибо вам, друзья, огромное за поддержку и за активность. В общем, друзья, сегодня вы, наверное, как по превью уже поняли, будет самая охуенная серия. Самая охуенная. Тут приехали ППС, и мне, походу, пизда. Мне, походу, пизда. Это за мной? Это за мной. Здравствуйте. Гражданин, ваши документы. А представляться вас не учили на службе? Документы в открытом виде вот, предоставьте. Так, Артемий... старший сержант. А на каком основании вы требуете у меня документы? Проверка документов. Ну, на каком основании? Ориентировочка пришла. Что-то странные ориентировочки. Через каждую минуту ориентировочки у вас какие-то. Новее ничего придумать не можете? Нет. Просто на будущее. На будущее вам что-нибудь поновее придумывайте, хорошо, а не ориентировочки. Хорошо, хорошо. Так. Дам я ему паспорт. Обновим свой. Так, все, спасибо. До свидания. А, вот вам и контент, друзья, подъехал. Сам ни того не хотя, приехал контент. Друзья, мы выполняем задание. Точнее, не задание, мы получаем награду за то, что мы играем 10 дней подряд. У нас сложился выбор. Либо выбираем гольф. GT, я так понимаю, это GT. Либо кабанчик, пацанский кабанчик черного цвета. Я надеюсь, что он будет черный. Я, наверное, с большей уверенностью думаю, что вы тоже проголосуете в комментариях именно за кабана. Не, ну, блядь, каждый пацан в душе хочет иметь такую тачку в реале. В игре, наверное, тоже. Вот, поэтому напишите в комментариях, что, как, какую вы тачку выберете из этих двух GT, блядь, и вот этот Golf, не знаю, какого он года, 2012, может, он года, и либо старый наш кабанчик V140 Mercedes. Выбираем его, забрать.
Мне награда получена. Так, выберите, какое транспортное средство хотите использовать. Естественно, новую машину мы хотим использовать. И где она? Где она? А, что-то я туплю. Я ж 3000 до чего копил? 3000, вот вы как можете видеть в правом верхнем углу, до чего я их копил? Так как я бомж, я их накопил специально для этого дня. Специально для этого дня, друзья, и мы выбираем Мерседес. Белого, сука, цвета. Я думал, будет черным. Давайте же посмотрим на него. О, номера, смотри, ухо. Номера уха. Как вам такие номера, блядь? Это пиздато. Спору нет, это пиздато. Других слов я не вижу. Это лайк. Ухо. 103 уха. Ну, давайте посмотрим хоть с виду, что у нас под капотом, что у нас в багажнике. Какой двигатель. Ля, прорисовочка такая нехилая. Все культурно, все полагается. Как будто машина только что вышла прям с завода. Мне ее пригнали. Неплохое пространство. Багажник, чтобы всяких людей возить, кто плохо себя ведет, кто дизлайки ставит. Вот именно там они будут находиться. Все, пиздато. Поехали, попробуем сделать тестовый круг. Так сказать, бачком вольнем. Старт слабенький, сразу говорю. Давайте попробуем разогнаться прямо здесь, на стояночке. И вальнуть бачком. Не, ну слышь, вроде поворачивают. Вроде как-то поворачивают. Так, тихо, чувак. Не, ну едет бодро. Даже пытается немножко дрифтануть. Слышь, друг. Ну что? Да не работает, короче. Сломался. Может, убрали такую? Да хрен их знает. Слышь, а у тебя четырка топовая комплектация? Ну да. Блядь. Я думал стоковая. Я думал стартануть со светофора, посмотреть, как она в стоке едет. Нормально чинить. Это такси. Во, Андрюх. Слушай, а у тебя 14-я в топовой комплектации? В смысле топовая? Ну ты улучшал внутренности? Да. Ну и обвесы, и фары, и диск. Нет, двигатель, двигатель, трансмиссию. Ну ставь. Да, двигатель, трансмиссию. Ну я могу здесь, смотри, я тебе могу тачку продать. Я понял. Нет, я просто хочу стартануть со светофора, проверить, насколько кабан. Хорошо, погнали. Давай попробуем. А чё, у тебя в мерси же нет? У меня он стоковый просто. Давай, Ты его купил? Давай. Ты его купил, да? Нет, это арендный. Эй, Андрюха! Куда он исчез? Я выиграл, пацаны! Я выиграл! Может, с Акой заехать в заезд? А ну, поехали, Аку догоним. Может, Ака со мной поедет? Да она меня дернет, слышишь, если она задела, да, то она меня дернет. Очень слабый у меня разгон, очень слабый. Саня, стой. Сейчас есть? Что надо? Слушай, у тебя Ака заряженная или нет, или стоковая? Как понять, заряженная или... Ну ты ее в двигатель прокачивал? Да, и у меня двигатель второго, турбонаду второго. Короче, она до 130 разгоняется. Давай стартанем с тобой вот со светофора. Я просто хочу посмотреть, на что... разгоняется. Я не знаю, я еще не тестил, я только в аренду его взял. Мне, короче, надо в больницу вообще-то, но... А вот тут вот, давай отсюда и два перекрестка и все. Давай на счет три. Раз, два, три. Что-то чувак провафлил. Минус. Мне сегодня везет. Я понял. Не фартануло, не повезло тебе, да?
Да, мне наркоманы ездят по дорогам. Не, ну она вроде нормально так дает жару. Что, еще раз? Давай до больницы, давай до больницы. Давай. Ты знаешь, где больница находится? Ну, тут неподалеку. Ну да, сейчас прямо и налево там будет. Давай, раз, два, три. Главное, чтобы меня не сбили. Не, ну кабану как бы. АК против кабана. Ну это смешно, это смешно. Я его просто дернул. Я его просто дернул. Можешь шаху попробовать? Ой. Опасно, опасно. Так, это у нас кто? Это скорая помощь поехала. Импала. Надо кого-нибудь еще найти. Кого-нибудь еще найти. Ну тот чувак на четырке проехал. Так, Бэха тут очень давно стоит. Больше тут никого нет. Тут больше никого нет. Надо еще кого-нибудь найти, протестировать. И вообще надо узнать. Ты же в больницу собирался. Да, а скажи, а какая у тебя тачка? Волга. Или ты про эту имеешь в виду? Про твою тачку, про эту. Твою. Это Mercedes Кабан V140. Спасибо. Что ты сказал? Кто-то там орёт. Короче, погоди. Мой друг хочет с тобой почему-то поговорить. Он, короче, сейчас будет у своей квартиры, я знаю, где его квартира находится. Он со мной хочет поговорить? Да, я не знаю почему. А на какую тему? Ну, он типа хочет с тобой погоняться, как я понял. А, ну поехали, где он там живет? Одна. Бля, мне придется сейчас медленно ехать. Чувак хочет со мной погоняться. Да, у меня стоковая тачка. У него подъезд 16, как я понимаю. У курьера подработки, короче. Бля, пиздатый кабан. Он выглядит топово, ребят. Сочно. Мне он так нравится, блядь. Я хочу найти миллион. Сколько он стоит, ребят? Черканите в комментариях, сколько стоит кабан. Короче, мы с моим другом по Teams общаемся, поэтому я его слышу везде. Давай сейчас... Андрюх, давай сейчас... Сейчас. Короче, давай подъедем тогда, Саня, к танцам, типа, или к боксу. Давай к боксу, короче, подъедем, там он будет ждать. Где, в горках? Нет, к боксу, ну там знаешь, где бойцовские перчатки, где бойцовский клуб, короче. В этом, в этом городе, да? Да, в этом городе. А, ну поехали. Сочный кабан, сочный, мне прям нравится. И номер такой, ухо, бля. Сука, не очень дрифтит, не очень. Но я уверен, то, что если топовую комплектацию сделать, он будет просто охуенен. Так, я не проехал? Нет, я еще не проехал. Так, радар. Мне 794 бакса осталось. 794. Так, мы приехали. Мы приехали. И чё? И чё? Короче, он сейчас в автосервисе починит свою тачку и приедет, как я понял. Ага, окей, подождем. Так это он был... Подожди, это не ты был возле больницы только что? Минут так 10 назад. Я был возле больницы только что, мне игра вылетела. А, так это я с тобой разговаривал. Она у тебя... Она у тебя прокачана, я понял. Ну давай, проедем. А, так вы знакомы? Понятно. Ну давай, давай, проверим. Я, в принципе, уже гонял на таком. Стоп, а подскажите, а тут рядом больница, кстати? Тут рядом есть больница? Или ну там, там, где мы были, там, где мы с тобой стояли, там больница. Не, я имею в виду, чтобы мне врача вылечиться, а то у меня болезнь. Ну, у меня тоже болезнь, но там, не знаю, бах какой-то, короче, нельзя мне вылечиться. Я тоже болела, смотри, врачей там нет, может, они куда-то уехали. То есть ехать в... Ладно, я не буду ехать, короче, ладно. Ну, поехали, Андрюк, с тобой. Погнали, так. я буду... Да. Раз гудеть и... Давай ты будешь гудеть. Давай, давай на мост поедем, там этого радара нет. У меня денег вообще нет. В принципе, там нет радара. Это... На какой мост? Который к Рублевке ведет? Да. Это. А это не влево разве?
Мне кажется, это влево. Бля, чуть не поцеловались. Так, что-то у нас нон-РП. Менты на двух колесах ездят. Что происходит? Это GTA, ребят. Это GTA. Его тут только не проверяют. А что тут за сходка, да? Сколько тачек? Не, ну у него тачка уже дергает. Уже дергает. Я вот прям сейчас вижу, как она уже дергает. У меня очень медленная. Она 120 или набрала. Я уже понимаю то, что я сейчас всосу. Она у меня очень медленно разгоняется. Прям очень медленно. Ну зато дрифт. Давай, сигналь. Сейчас, подожди, я выстроюсь. На три гудка. Сейчас. Я готов. Бибикай. Да, сейчас, погоди. Ты рано, поехал, стой. На третий, а не на второй. На третий. Ты на второй поехал. На второй? Ну ладно, давай на третий. А давай, Мерседес. Не тянет. Очень медленно, как семейный автомобиль. Очень медленно, как семейный автомобиль. Но зато с комфортом. Это вам не Лада. Я хочу максималку проверить. Максималка какая? У меня Волга дрюкнет его. 165, 167, 170, 180, 189, 202. Очень медленно разгоняется, 202 максималка. Да не обижайся ты. А я не обижаюсь, это стоковая арендная машина. Я просто так, до ролика чисто проверил. Я не знаю, Мерс, вот этот он дорого стоит. Моя тачка, она стоит меньше, она быстрее. Это не нормально. У меня, так подожди, она стоковая, а у тебя прокачанная машина. Ну да, но еще она быстрее, чем... У меня Волга есть, так она тоже будет быстрее этого Мерседеса. Ага. А скинь техпаспорт. Сейчас, давай и встань. Я этой машины не смогу техпаспорт скинуть. У меня ж это арендная машина. Ты просто дашь мне техпаспорт своей Волги. Я пару разбил. Доктор, я заболел коронавирусом. Я коронавирусом болен. Доктор! Господи. Игнор, блядь. Ясно. Мне вторую часть про медиков делать. Просто игнорят. Ну, в принципе, за кого-нибудь голосовали? Сейчас. Мне денег не платили, я ни за кого не голосовал. Степа. Можешь за меня, пожалуйста, проголосовать? Сколько даешь? Не получится. Сколько хочешь? Давай! Сколько можешь? Нет, в смысле, а сколько ты хочешь? Ну сколько можешь, сколько давай. У меня 794 рубля, чтоб ты понимал, на счету. Ну я тебе дам, тебе хватит, чтобы машину тэпнуть себе и заправить ее. Можно отремонтировать. Ну тогда не могу помочь. Так, Борис Кутушев. Кутушев. Ага, запомнил. Сейчас дзынкнет, ну, вот у меня, вот дзынкнет у меня в кармане, и вместе с тобой можем даже пойти, я проголосую. Ну идем, давай. Вон там, видишь, зеленая булочка. А. Ну давай, дзынкни мне, я проголосую. За Бориса Кутушкова. Давай, дзынкни мне, я проголосую. Да я дзынкну тебе сразу. Не-не-не-не-не-не, так дела не делается.
Россия без коррупции. Чё? Тебе этого хватит, чтобы это на тачку ТПш ее, короче, потом поесть хватит. Что-то, а какие там еще кандидаты есть? Что-то, ну, какой-то мелочный какой-то у нас мэр будет, я так понимаю. Ну там, понимаешь, другой кандидат как бы под дулом ствола заставлял, поэтому поверь. Да лучше, блин, перед смертью стоять, чем... Я половину переведу, когда ты проголосуешь. Ну смотри. Так, Борис Кутуш. Что, тебя куда закинуть потом? Да, Мария, это проагитирован дух пока что. Хорошо. Ну а, благодарю. С вами приятное видео. Так. Агитирую только тоже там других, ну, чтобы если... это. Ну это уже отдельная плата, ну ты понимаешь. А, да какая отдельная плата? За Бориса Кутушку. Что там? А где эти? За Бориса Кутушку. Где, пацаны? Я с ним голосовал. Россия без коррупции. Россия без коррупции. Сука, я нахуй. Так, а чё, тут уехал, что ли? Меня бросил? Ля, гелик какой. А может, вы мне гелик подарите? Нет, ладно. Я на Мерси поехал покатаюсь, пока у меня его не украли. Так. Россия без коррупции. 10 тысяч, друзья, все, и голодать не буду. Так, у меня есть еще времечко. Времечко немножечко насладиться этой прекрасной машиной. Так, что мне там? Что мне там дзынкнуло? Давайте колесо крутанем. Может, я там выбью 1000. А то, может, и 2 и качну 8 левел и пойду работать. Красавчик! Блядь! Сука! Ебать, я красавчик! Я проебал, блядь, 29 русских рублей. Я случайно, блядь, нажал. Да путь проклята эта система, блядь. Я случайно нажал. Я хотел, сука, я перепутал. Осуждаю свои действия. Пизду, ладно, крутим. Здравствуйте, голосовали уже? Да, уже голосовал. Ой, господи, что ж не так, Саня, как так-то, Саня, как ты дожился до такой жизни, почему ты такой лох, 100 комиссий, блядь, проходил, думал, кейс крутану, думаю, блядь, выбью, может, какую-нибудь, 100 опыта, спасибо, крутим дальше. Лягусик, ты чего мне там строчивал, СМС? Крутим дальше и 1000, блять, 200, спасибо. Так, итого, ребята, мне не хватает 900 опыта, мне не хватает. Поехали, покатаемся. Ладненько, друзья, будем заканчивать эту серию. Хочу сказать всем огромное спасибо, кто напишет свой комментарий. Я обязательно лайкну каждый из них. И следующий комментарий, самый топовый, самый Вася пушечный, попадет в следующий ролик. Подписывайтесь на канал, прожимайте лайки. С вами был Саня, играет как обычно. И это новая серия по игре GTA Next RP. С вами прощаюсь, пока-пока.